Моя семья – клиент этого банка с момента, как мой тесть его основал. Это ваш бойфренд? Это мой сын. Вы либо не видите сходства, либо думаете, что ее заставили. Ладно, все, что мне нужно, это 260 тысяч долларов. И наличными. У вас все в порядке? Когда кому-то нужно столько наличных, не может быть. Все в порядке. Рождение, образование, интеллект. Еще одно. Талант. Еще. Внешность. 21. Видел, как ты выиграл 500 000. Я выиграл 2,5 миллиона. Ты приносишь удачу, ставлю все на черное. Все время выпадает красное. Заплатить тебе сейчас? Может, я хочу насладиться шоу. 19 красное. Что с тобой? У тебя мозги не в порядке? Начало недели не задалось? Делайте выводы, господа. Желать чего-то не значит получить это. Хочу пойти в ресторан. Ты должна уйти. Потому что я знаю твоей другой жизни. Ты уже должен деньги двоим, с кем не стоит связываться. Зачем ищешь третьего? Это единственный выход. Я и раньше прощалась с теми, кого люблю. Ага, как, например, с папой. Давай разберемся с этим, как джентльмены, понимающие друг друга. Нет, сейчас мы будем разбираться не как джентльмены, а как очень-очень тупые. И что они сделают, если я не заплачу? Сломают все кости до единой. А как я получу свои деньги, Джи? Ты похож на волшебника? Ты временами считал себя волшебником. Если я должна втянуть тебя в неподобающие отношения, чтобы тебя турнули, я готова. Я тоже. А если бы я сказал, что я не игрок? Я мечтаю о настоящей любви каждый день, и лучше умереть, если этого не будет. Я что, это вслух сказал? Если я дам тебе эти деньги, а ты их не вернешь, правил не будет. Ты осознаешь опасность ситуации? Я знаю, что должен делать. Все или ничего, вся сумма наличными.